Для всего православного мира эта история является символом подлинной веры, духовной стойкости и неподдельного мужества. Я с огромным уважением предоставляю слово для поздравления священнику Владимиру Ольхову. Сегодня действительно очень святой, великий и неповторимый вечер, потому что в этот день мы празднуем не только память святых мучениц, но и великие добродетели, на которых созиждется этот мир. Без этих добродетелей мир становится серым, черствым, и мир погибает. Но в этих добродетелях заложены все эти прекрасные стремления, все эти достижения, благодаря которым мы делаем этот мир счастливым. Разумни нас, Господь, разумни нас, Господь, сохрани нас.
Любовь!